Летний отдых должен быть не только интересным и доступным для детей, но и приносить пользу для здоровья. А что, как ни спорт, делает нас сильнее и здоровее? С самого начала летних каникул в нашем районе начали свою работу спортивные площадки. О том, какие увлечения там находят юные славянцы, смотрите в следующем материале выпуска. Лето – время спортивных достижений. Тем более, что заниматься спортом не только полезно, но и интересно. А когда это происходит в кругу сверстников, вдвойне веселее. В Славянском районе на протяжении всего лета работает 29 спортивных площадок. Мы отправились на одну из них, которая находится по улице Красной, 126А. На ней с ребятами занимается вожатый, он же организатор спортивных состязаний Артем Уфлянд. Я здесь с ребятами играю. У нас для занятий спорта у нас есть мячики, инвентарь, там скакалки, мячики, ну все, что нужно для занятий спортом. Каждый день здесь собирается детвора с близлежащих домов, чтобы пообщаться и всем вместе поиграть в любимые игры. Эстафеты, прыжки на скакалке, футбол, волейбол – это только лишь малая часть того, чем занимаются ребята на своей площадке. Работает она с 6 до 9 часов вечера. Здесь всегда кипит своя веселая детская жизнь, насыщенная радостными эмоциями, движениями, играми и новыми впечатлениями. Чаще всего мы играем в футбол, волейбол, ну и в баскетбол. Ну, время здесь весело проводить. Ну, мне нравится баскетбол, и вожатый наш любит очень с нами играть. Потому что наш вожатый Тёма, он больше всего времени проводит с нами, там футбол играет, баскетбол. Там бегает с нами, догонялки всякие, прятки, много чего. Летние каникулы – лучшая пора как для досуга, так и для занятия спортом. А такие спортивные площадки для каждого становятся отличным местом, где ребята получают пользу от общения со сверстниками и набираются сил перед новым учебным годом. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».